В зале Таэквондо спортивно-развлекательного центра «Сан-Сити» проходит семинар по этому олимпийскому виду спорта. Это уже второй семинар, который проводит в этом году Ассоциация Всемирного Таэквондо Кыргызстана. Обучение проводит главный тренер сборной Санкт-Петербурга, обладатель 4-го дана, тренер высшей категории Илья Пак. В семинаре принимают участие практически все ведущие тренера ассоциации. Также постигают науку таэквондо руководители различных спортивных клубов. Это руководитель спортивного клуба «Барстек» Армек Курманалиев, руководитель спортивного клуба «Актив» Вадим Тен, тренер Свердловской СДШР Дмитрий Пономарев и многие другие. И, конечно же, на занятиях присутствует генеральный секретарь Ассоциации Всемирного Таэквондо Исламбек Асмонов и президент Ассоциации ПАК Алексей Филиппович. Кроме практических занятий, особое место, конечно же, занимает и теория. Отметим, что руководителю семинара Илье Паку есть чем поделиться с отечественными таэквондистами. Ведь он является личным тренером бронзового призера Олимпийских игр в Токио Михаила Артамонова. На теоретических занятиях руководителю семинара задают много вопросов. И многие из них касаются судейства, а именно оценок, которые начисляются спортсменам, и что делать, если ты не согласен с решением судей. И вы можете только поднять карту и сказать, не было там удара с разворота, потому что он остановка была. И там уже вот этот будет, но это реально, поверьте мне, в большинстве случаев арбитр на стороне рефери, у них такая установка. Если спорный момент, он уходит в сторону рефери. Поняли? Илья Пак рассказывает не только о тренировочном процессе и подготовке спортсменов. Также он делится опытом в организационных вопросах. Как организовать клуб, как производить набор в группы таэквондо, что такое коммерческие и некоммерческие группы, какая должна быть оплата за посещение секций и так далее. Цель у меня на сегодняшний день 1600, это считается недорого. У меня есть возможность, нам поддержат имя там, у меня нет такой задачи, а вот давай там, вот мы там твое имя, там, и мы там тебе там франшизу, я говорю, не-не-не, франшизу, мое имя, клуб имени мой, это не нужно, но это мое. Впереди у Ассоциации Всемирного Таэквондо очень много планов. Но основными стартами в этом году для всех отечественных спортсменов станут Азиатские игры, которые проводятся раз в 4 года и носят неофициальное название Азиатских Олимпийских игр. А пройдут они в сентябре текущего года в китайском городе Ханчжоу.